Ой, Гневич. Ну? Ну, на кого вы стали похожи, а? Противно посмотреть, вы поймите меня правильно, противно же смотреть. Ну, вечно не мы, брит. Ну, и романы пишите такие же противные. Ну, они названия чего стоят? Над пропастью в ежах, жизнь с идиотом, воскрешение. Ну, голубчик, поймите, публике уже давно не интересно это все. Вот это сентиментальная чушь, это вот философствование. Публику интересуют вопросы секса, понимаете? Криминал и, я не побоюсь этого слова, порнография. Ну, хорошо. А если я напишу... Если я напишу порнографический роман в криминальном стиле, вы все-таки дадите мне аванс? Под криминал – да. Под порнуху – да. Но... Это ваши, простите, эти сентиментальные опусы. Были когда-нибудь? Не надо. Ну что ж, знаете, тогда я согласен. Ну вот и хорошо. Вот и умница, вот так бы всегда. Я пойду, дела. Вот тебе авансик. А все про все у тебя 3 дня. Ну, я думаю, при твоем таланте справишься спокойно. И не надо только строить из себя героя невидимого фронта, чувствовать себя униженным и оскорбленным. Нет, ну наступишь себе один раз на горло собственной песни, и что? Зато квартира, машина, дача. Будешь жить, не хуже Николай. Желаю творческих успехов. Я там еще их душа жду. Фу, приятно. Ну, я провожать не буду. Провожать не буду. Я провожать не буду. Плохое начало. Порнуха так порнуха. Криминал так криминал. Настоящий писатель всегда идет от себя. Утро разбудило его ударом в хребет. Нет. Звонком. Утро разбудило его звонком. Звонком в дверь. В дверную промежность. Итак, шалом, граждане, с вами снова Аник. И сегодня я хотел бы снова затронуть такую замечательную тему, как новелизации. В каких-то своих предыдущих шедевральных видео я уже показывал новелизации вот этой замечательной игры, которая мне представлена в пиратчике, к сожалению. Я ее все планирую купить на лицензионном картридже, но все как-то не доходит руки. Ну или я просто успеваю проебать зарплату первее, чем купить эту игру. Но когда-нибудь, надеюсь. Мы ведь помирать не собираемся, мы жить собираемся. Короче, как я уже говорил, какой-то литературный негр понаписал аж целую вот такую вот книжку «Граф Дракула, вампир, ебать его в сраку». Причем он даже не удосужился сделать так, чтобы сюжет этого замечательного романа, если это можно так назвать романом, чтобы он хоть как-то следовал сюжету данной замечательной игры. То есть тут ряд боссов отсутствует, музыка опять же, музыка другая абсолютно. Ну и, в общем-то, персонажи немножко другие. То есть если здесь... Джонатан Харкер в главной роли, и, соответственно, периодически появляется Ван Хельсинг, как очень такой второстепенный персонаж, что в книжке. Тут персонажей очень много, причем куча каких-то лишних, там, Мина какая-то, Люси, ебать ее всрала, какие-то ковбойцы и прочие представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Но в целом, если вот так нечего почитать на ночь, где-нибудь на даче, в угрюмый час ночной, однажды бледный и больной, захочешь ты почитать какую-нибудь книжечку веселенькую, то можно и почитать Дракулу. Кстати, как вы, наверное, знаете, на Сеге выходила еще одна игра по такому вот классическому персонажу из фильмов ужасов, а именно Франкенштейн. К сожалению, у меня в данный момент... Нету картриджа с игрой Франкенштейн, но у меня есть новелизация Франкенштейна, которую вообще какая-то баба понаписала. Я считаю, что бабы писать книжки не умеют. Мне кажется, кстати говоря, под псевдонимом Мэри Шелли скрывалась Дарья Донцова в одном из своих очередных припадков. В общем, блин, вот из интернета какую-то картинку скачали невнятную, вообще несуразную. В общем, не стараются граждане. Короче,
Если еще Дракулу можно почитать, то Мэри Шелли — это вообще полный пиздец. Здесь нет ни цыган с вилами, окружающих мельницу. Нету ничего, ничего интересного. Это для разогрева, скажем так. Как мы все знаем, у замечательной игры «Ведьмак» стала в свое время обладательницей более 200 наград, в том числе одна из лучших ролевых игр последних лет от журнала «Игромания». В общем, у нее выходила масса дополнений, в том числе замечательный-замечательный порт на Nintendo Switch, который был даже лучше, чем вот версия для PlayStation 4, как мы все знаем, как мы все помним. Коллектив из 4 авторов под псевдонимом выступающих Анджей Сапковский. Анджей Сапковский, как я понял, это примерно то же самое, что и Иван Иванов или там Иван Петров, Сидоров, такое типа юмористическое имя. Под псевдонимом Анджей Сапковский скрывался коллектив, как известно, из 4 человек, а именно Яна Кос, Густлик, Елень, Гжесь Саакашвили, Саакашвили, вопреки расхожему мнению, и Томик Черешняк. И вот они, взявшись за руки, однажды написали замечательную новелизацию этой игры. Новелизация, кстати, достаточно неплохая, но тоже, как самостоятельное произведение, в принципе, ее можно рассматривать так, без особых, скажем, изысков. Но как книжка по вот этой замечательной игре, ну, так себе, если честно, так себе. То есть вот этих всех персонажей, опять же, нету из игры. Ну, вообще, похоже просто на какой-то фанфик. Помните, такие были книжки, там, «Гордость и предубеждение зомби», «Андроид Каренина», вот точно, там, чувак просто брал чужую книжку, как будто на полях там хулиганил. В принципе, здесь примерно то же самое, что берется костяк от игры «Замечательный ведьмак», причем именно «Ведьмак 3», и из него лепятся какие-то юмористические такие поделки уровня комеди-клаба современного, или, если хотите, «Смех панорамы», «Кривого зеркала». То есть они берут старые сказки, как-то их коверкуют и считают, что это забавно. Но, тем не менее, книжка в свое время получила какой-то такой культовый статус среди андеграунда литературного. В общем, такие дела. Конечно же, вот у меня еще есть такая пиратская игрушка паркирского периода. По ней выходило несколько новелизаций, не поверить. Да, кстати, еще вот у меня есть вот такая же игра на Game Boy, оригинальный, полнокомплектная. Ничего себе, мануальчик. Что здесь пишут? Здесь пишут, что когда-нибудь мы все умрем. Рожденный однажды, ты умереть обязан, иначе старость, беда, маразм. В общем, игрушка неплохая, повторюсь. Хорошая игра. И вот на основании этой хорошей игры было сделано как минимум две новелизации, а именно, к сожалению, второй у меня нету, от некого Майкла Крайтона. И есть еще вот такая вот более каноничная, так скажем, новелизация, классика практически, своего рода, от некого Джона Беркли, великого ирландского драматурга, который специализировался на новелизациях именно компьютерных игр на Sega. Ну и Game Boy, соответственно. Как вы, должно быть, обратили внимание, эта книжка — это вообще такой сборник новелизаций. Помимо новелизации замечательной компьютерной игры Jurassic Park, здесь еще содержится новелизация King Kong'а. Как вы понимаете, вот этой конкретной игры. Причем именно версии с PSP. То есть, если почитать эту книжку, то можно обратить внимание, что по ряду отличий можно понять, что это имелось в виду именно вот эта версия. Не с DS, и не с Xbox 360, и уж тем более не с PlayStation 2, и уж тем более не с PlayStation 3. Ну, как новелизация, в принципе, имеет право на существование. Ну, как бы это сам себе жанр так себе, так что ничего такого удивительного ждать от этого не стоит. Ну, так, скоротать время. Скоротать время — это тут, кстати, неплохой вариант, потому что книжка, у нее есть плюс. Она хотя бы не очень толстая. В отличие от другой новелизации, вот у меня есть такая замечательная игра «Dante Ad». Такая небольшая вот коробочка может уместиться в заднем кармане брюк или даже у кого-то в жопе, если кто-то задумает пронести эту игру, например, Петру Навальному в камеру. И вопреки расхожему мнению, на основании вот этой вот игры, такой сам по себе небольшой, кто-то ухитрился написать вот такую вот испоганить столько бумаги с картинками какими-то. Вот этот чувак, он в игре присутствовал, если вы помните. Он там выполнял роль Вергилия, да. Здесь есть часть фрагментов, конечно, как будто от руки нарисованы стилистически, но это фактически перерисованные скриншоты из игры. Ну, если игру вы играли, то вы должны узнать эти моменты все, конечно же. Правда, косы, конечно, тут не видно, но это для красоты. Вергилий ведет этого Данте. Ну, последний босс. Последний босс, кстати, достаточно легкий, я так удивился. Он даже тебя подлечивает. Хотя говорят, что вот именно версия для
Xbox 360. Последний босс дает капитально просраться, но, к счастью, все-таки новелизация основывается на вот этой замечательной игре. Хотя я, если писал новелизацию Dante Inferno, тоже бы вот именно на этой версии основывался бы. Потому что, как по мне, она самая лучшая. Должен еще сказать пару слов про новелизацию игр, которых у меня в данный момент нету. А именно одним из самых, наверное, последних классических квестов, выходивших на компе и имеющим такой культовый статус, является «Бегущий по лезвию бритвы». И вот вы удивитесь, но есть некий чувак, который написал книжку по этому квесту, который вообще не имеет ничего общего с игрой. Здесь, короче, если вы игру играли, там был такой момент забавный, что ты ходишь по этому стрельбищу, иначе на этом стрельбище надпись фигурирует, что там на первом месте некий Эрик Декарт, по-моему. И вот фишка в том, что вся вот эта вот книга посвящена похождениям этого самого Рика Декарда. Как отдельное произведение оценивать вот эту вот новелизацию можно, но игре она следует вот не весьма, только вот единственное, что эта строчка и все. Ну, как бы антураж, да, антураж прикольный, вот эти все летающие машины. То, что у главного героя есть, ну, точнее, здесь он мечтает, чтобы у него было какое-то животное, а в игре, если вы помните, у него живая собака, ничего себе. В общем, здесь еще есть несколько новелизаций. Это вот, кстати говоря, Убик. Видите, это новелизация игры. Это такая была стратегия. Одна из первых трехмерных тактических игр. Ну, тактических стратегий, которые выходила на компе. По-моему, кстати, на PlayStation 1 тоже выходила, не могу ошибаться. Убик, кстати говоря, у меня еще есть отдельно. Мне просто так нравилась эта игра в свое время. Я же являюсь большим фанатом тактических стратегий, тем более трехмерных, тем более выходивших на компе, так что вот приобрел себе Убик отдельно. Если вы игру играли, это просто так, что-то типа Синдиката, только не Синдикат. Ты как бы являешься таким спецназом на службе у мегакорпорации будущего, скажем так. А здесь какая-то хуйня с загробной жизнью, вообще какая-то непонятная чушь. Кстати говоря, фамилия Дик – это как бы игра слов. Мы это не совсем понимаем. А Дик – это по-английски фактически хуй, то есть тоже из трех букв слова. То есть новелизацию «Бегущего по лезвию» написал какой-то Дик фактически, ну то есть какой-то хуй. Ну и, конечно же, стоит упомянуть замечательную игру от культовой компании Genuine Games, которая выпущена была на консолях PlayStation 2 и Xbox оригинальные. И речь, естественно, идет об игре «Бойцовский клуб». К сожалению, когда игра вышла, она провалилась, не снискала такой популярности всеобщей. Но время расставило все по своим местам, она получила такой культовый статус. И в свое время некий чувак по фамилии Полонюк, украинец. Кстати говоря, существует в Ютубе видео, где он в составе некой делегации встречает театр московский и берет интервью у актера Виктора Сухорукова. Слышь, братан, как мне до города добраться? Ну так ты. Слышь, земляк, а где здесь русские живут? Москальвнина земляк. Бендеровец? Чего? Ну ладно, парни, пока. В общем, этот Полонюк написал как-то книжку. Книжка в целом неплохая, так можно почитать. Есть такое выражение. Звезд неба не хватает, это вот как раз про эту книжку. На основании такой игры, вот, хотя вот в этом есть какая-то фантазия, что на основании такой простенькой игры, файтинг такой, ну, довольно примитивный, будем уж честны друг с другом, сделать книгу такую любопытную, ну, в этом что-то есть. Отдельный прикол это новелизации по отечественным играм. Прикол, собственно, заключается в том, что на нас, судя по всему, не очень-то распространялось патентное право. И интеллектуальная собственность в России не рассматривалась вообще никем, никак. То есть по нему можно было выпускать что угодно, кому угодно, когда угодно. Например, у меня есть вот такой вот древненький квест, достаточно унылый, но в том-то была его прелесть. То есть смысл тут здесь заключался в том, что ничего веселого-то не происходит в игре. Здесь война идет, черт возьми, не шутки. В то же самое время вот эта вот книжка, которая выходила по этой игре, «Похождение бравого солдата Швейка», все преподносит в каком-то таком юмористическом ключе, что полностью исключает весь смысл, перечеркивает, скажем так, весь смысл этой вот игры. Ну, это еще куда ни шло. То есть, например, у меня есть вот такие вот юмористические игры, прямо противоположная история, скажем так. «Братва и кольцо» и, соответственно, «Две сорванные башни», юмористические такие игрушки по произведению Дмитрия Юрьевича Пучкова. И удивитесь, на основании этого была выпущена вот такая книга
а на основании вот этого. Вот это унылое говно. Просто дочитать это достаточно смешно. Здесь нет ни Гиви, ни Лагаваза, все имена перепутаны. Но это уже так, развлекуха совсем для каких-то скудных умом граждан, скажем так. Весь юмор происходящего просто перечеркнут. Перечеркнут, граждане, перечеркнут. Ну, это хотя бы то, что есть у меня. А так, если полазить по замечательному магазину «Лабиринт», вы наверняка найдете там книги, новелизации вот этих вот игр. Я даже как-то хотел купить, почитать. Пожалел времени. Найдете чувака, который буквально, можно сказать, целую карьеру построил на новелизации вот этой игры. Книг, наверное, 50 написал. Про это я вообще молчу. Ну и про это, собственно говоря, тоже. Вот это было вообще удивлением для меня, что такая книжка есть. И кто-то ее читал. Отдельный прикол новелизации вот этой вот игры. Короче, какой-то тип сбежал в Израиль и теперь всем рассказывает, что это он написал книжку, по которой эту игру сделали. Блин, ну это уже просто позор. Какое же, блядь, позорище. Как надо себя не уважать, чтобы вообще такую хуйню нести. Хотя игра, в принципе, ну, так себе. Поиграть можно, конечно, разок-другой. Но рассказывает такие небылицы, что, мол, ты книжку такую написал. Ну да, да, конечно. Ну да, да, мы тебе, конечно, верим. Разве могут быть сомнения? Как говорится... Я себе не верю, а тебе я верю. Давай. Отдельная тема – это новелизации игр о Джеймсе Бонде. Ну, тут вообще, конечно, просто прикол. Вот, например, у меня есть несколько игр по Джеймсе Бонде на PlayStation 2. Это как все затесалось. А затесалось это сюда так, что на основании вот этой вот игры, которая называется «Нечто», в каком-то вот журнальчике выходил... Как это называется? Фанфик, что ли? Причем, видите, такой самоиздат практически. Фанфик, который назывался «Кто идет?». И он, в общем-то, так вольно пересказывал события фрагментов даже этой игры. Ну, как бы, ну, это хотя бы просто любопытно. За авторством некого Джона Кэмпбелла. Псевдоним взят в честь актера Брюса Кэмпбелла, исполнителя главной роли в художественном фильме «Восставший из ада». Shall we begin? Возвращаясь к Джеймсу Бонду, вот у меня есть несколько игр о Джеймсе Бонде на PlayStation 2, например. По вот этим трем играм новелизации нет, а вот по этой есть. Ну, она такая примерно такой же фанфик, как вот это вот. Страниц на 50 примерно. Ну и примерно такая же ситуация с играми на Xbox 360. Вот по этим трем играм новелизации нет, а вот по этой и есть. Что удивительно, вопреки расхожему мнению. Я еще слышал, что есть новелизация вот этой игры о Джеймсе Бонде, но я ее, если честно, не читал, так что ничего сказать не могу. Удивительно другое. Удивительно, почему нету новелизации вот этой игры, Dead Duel. Ну, вернее, я задавался этим вопросом, потом получил ответ неожиданный. Оказалось, что Пирс Броснан не дал разрешения на новелизацию данной игры, потому что ему, дескать, еще не заплатили за вот эти вот игры. То есть подразумевалось, что по ним тоже выйдут книги, но они так и не вышли. Он так разобиделся, что... А разрешение использовать его образ в книге по данной игре запретил. Ну, это его полное право. Кстати, еще вот такая вот штука. По ней еще тоже выходила новелизация некого Роберта Ладлама. Ну, правда, это была не совсем новелизация этой игры, а скорее новелизация экранизации уже этой игры. То есть по этой игре есть фильм с участием Мэтта Дэймона. Как по мне, это полный мискаст. То есть он даже не похож на вот этого исполнителя главной роли в этой культовой игре. Тем не менее, несмотря на такой мискастинг дурацкий, вопиющий, я бы сказал, по фильму выходил ряд книг. Ну, к счастью, у меня их нету. А вот что у меня есть, это отдельный, конечно, прикол, граждане. Если вы думаете, что новелизация Данте Инферно была толстая, то у меня есть вот такая еще силдовая игра «Хранители». Такая неплохая игрушка, такой битэмапчик, наверное, последний классический битэмап, который вообще выходил на консолях. Популярный в основном на Xbox 360 и PlayStation 3. И вот представляете, вот такой вот небольшой диск, а это новелизация его. Нифига себе, за авторством некого Алана Мура. Ну, здесь тоже мы видим заставки из игры, перерисованные. Ну, то есть персонажи взяты прямо из игры, узнаваемые. Ну, только так нарисовано, конечно, топорно, как будто дети рисовали. Ну, умственно отсталые. Но, тем не менее, любопытно, черт возьми, любопытно. Так что, такие дела, граждане. Такие дела.
Блин, чуть не забыл. Как вы знаете, одной из самых дорогих игр, выходивших на консоли седьмого поколения, а именно PlayStation 3 и Xbox 360, является игра Rambo, от той же конторы, которая сейчас вот Робокоп склепала. Так вот, оказалось, что по этой игре, ну, причем Робокоп Терминатор, это контора, вроде игры хорошие, а Рэмбо полное говно, но дорогая зараза. И вот дороговизна этой игры способствовала тому, что кто-то написал книжку Рэмбо, некий Дэвид Морелл. Ну, это уж так, прям совсем дичь-дичь. Тем не менее, все люди делятся на две категории. Те, у кого есть новелизация игры Рэмбо для Xbox 360, и все остальные. И давайте посмотрим. И динатурат, я, между прочим, не пью уже очень давно. Со смерти еще дедушки. Пожалуйста, смотрите. Поставил коробку в виде и жду, когда будем смотреть программу, да? Я сейчас поменяю. Аналогов, между прочим, в мини просто нет. Ну, давайте посмотрим, как у вас их там нет. Нет! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Барин. И в сегодняшнем совместном видео я вам расскажу про новелизации видеоигр, которые есть у меня в коллекции. И первая книга на сегодня – это, соответственно, адаптация литературная игры God of War за авторством неких Мэтью Стовера и Роберта Вардемана. Книга на самом деле достаточно интересная. У нас в России она вышла в 2011 году и сейчас является уже такой букинистической редкостью. Издавало ее издательство Эксмо. Вот. Честно говоря, на Западе она, по-моему, выходила в год выхода игры, если я ничего не путаю. И, значит, в чем здесь особенность? То есть... И кроме того, что здесь, скажем так, литературно перекладывались похождения Кратоса в самой первой игре серии, также, соответственно, были и какие-то вот мысли главного героя, что именно не попавшие в игру изложенные, и также были как раз-таки показаны какие-то закулисные игры богов, то есть, как, например, вот того же самого Зевса забавляют там какие-то вот эти приключения Кратоса, что для него это прям целое развлечение там за ним наблюдать. И как та же самая Афина, да, из всего пантеона вот этих греческих богов, но все равно, что там происходит с Кратосом, и она своего отца Зевса уговаривает ему помочь. И в принципе все это на самом деле достаточно интересно вот здесь изложено. Так что очень советую с этой книгой ознакомиться. То есть, как я уже упомянул, она в данный момент букинистической редкости, стоит достаточно дорого, но всегда можно найти ее бесплатно в электронном виде. Можно скачать, почитать и, в принципе, дорогие друзья, я думаю, вы не пожалеете. Вот. Однако, тем не менее, каких-то теплых слов я не могу сказать про вот другую новелизацию из этой же серии игр, которая вот выходила на русском языке, то есть это God of War 2018 года, за авторством некого Джейм Барлога, который по факту является просто таким сухим пересказом как раз таки основной сюжетной линии игры, то есть не уделяя внимания там сайд-квестам или каким-то там историям самого Кратоса, что он там своему сыну рассказывает или как-то беседует с другими какими-то персонажами, скажем так, дружественными NPC, которые встречались в самой игре. И это обидно, потому что если верить аннотации на обложке, то есть вот этот самый Барлок был сюжетным консультантом игры God of War 2, которая, я считаю, лучшей серии. Вот. Так что данную книгу еще можно вполне задешево найти. Выходила она в 2019 году. Как мы видим. Вот. Но как бы ее вот такая вот художественная ценность достаточно низкая, как по мне. Ну и особенно если, конечно, сравнивать вот со стандартами
новелизации первой части игры, ну, конечно, вот вторая там, вот, точнее, этот God of War 2018 года, там и близко не лежало. А всего, насколько я помню, книги было три. То есть у первой части была новелизация, у второй части была новелизация, которая на русском языке не выходила, и вот у God of War 2018 года была новелизация, поскольку у нас, так скажем, опять пошла мода на новелизации после какого-то такого незначительного перерыва, где-то так в конце 2000-х, да, то есть где-то опять же года так с 2015-го опять новелизации стали плотно выходить. Единственное, что меня удивило, вроде как у вот этого God of War 2018 года не было литературного приквела. То есть обычно вот мода сейчас пошла писать не только саму новелизацию, но и литературный приквел. К сожалению, вот, а может, к счастью, у God of War предпоследнего вот как раз таки не было литературного приквела. Ну а мы, соответственно, идем дальше. И следующая вот такая книга моей коллекции — это StarCraft Крестовый поход Liberty от некого Джеффа Граба. И, по сути дела, вот это вот как раз таки книжка. Насколько я знаю, она, по-моему, у нас вот впервые выходила в 2006 году, а на Западе она выходила в 2001 году. И являлась именно новелизацией первого StarCraft'а, а точнее сюжетной кампании Тираннов. То есть там, скажем так, Зерги и Протосы сюда не вошли. Не вошли сюда и события Bloody War, то есть сюжетного дополнения. И здесь у нас есть вот такой персонаж связующий. Это Майкл Либерти, репортер. То есть мы его не видели в оригинальной игре, но тем не менее в новелизации он есть. И он знакомится со всеми ключевыми персонажами, включая Рейнольдса, Керриган, там, Менгса, и с ними всеми взаимодействует. Значит, и при том, что для Blizzard это такой, скорее, больше исключительный случай, потому что чаще всего у них были какие-то книжки по мотивам, или даже, вот о чем я говорил, сюжетные приквелы. То есть, например, в 2012 году, а у нас в 2014, выходила вот такая вот книга, то есть это Diablo 3 Орден от некого Нейта Кеньона. И это был литературный приквел к третьему Диабло. То есть здесь шел рассказ про вот то, что Декард Каин делал все эти 20 лет между второй и третьей частью Диабло. Вот. Хотя именно сама книжка вот выходила как именно Diablo 3. То есть не просто там, как бы, да, там Diablo Орден, а именно Diablo 3 Орден. Вот. Что же касается Крестового похода Liberty, то, насколько я знаю, вот эта новелизация считается вообще одной из самых лучших новелизаций видеоигр. За всю историю их существования у нее там очень высокие, скажем так, рейтинги. Ну и, в принципе, тоже советую с ней ознакомиться. Притом, насколько я знаю, по-моему, она выходила у нас в стране всего лишь дважды. То есть в 2006 году в твердом переплете и в 2010 ее переиздавали в мягком. И все, больше она, насколько я знаю, не издавалась, никто больше ее не перевыпускал. То есть сейчас эти книги такой большой артефакт. Вот, тоже букинистическая редкость, но, насколько я знаю, можно опять же найти ее в цифровом виде, совершенно бесплатно, и, то есть с ней ознакомиться. Следующая книга тоже от Blizzard, притом здесь уже есть такой, на самом деле, достаточно большой интерес. То есть это писала некая Кристи Голден, и это у нас Warcraft Повелитель Кланов. То есть такой литературный приквел к третьему Варкрафту, где нам рассказывают именно судьбу как раз таки и жизнь вот Треля или Трала, то есть вождя орков из третьего Варкрафта, ну, конечно, смотря как от перевода брать,
Притом, то есть эта книга даже переиздавалась, то есть есть, по-моему, ее переиздание то ли от какого-то другого издательства. Несколько лет назад, по-моему, она выходила еще раз. Вот, притом, то есть, вот Warcraft'у в этом вопросе больше повезло, потому что вот это первое издание 2006 года, ну, насколько я знаю, по-моему, в 2007, 2008 и 2009 году, годах, точнее, вот эти книжки, они еще раз переиздавались, то есть, добавки, их какие-то тиражи печатали, поскольку у нас Warcraft очень был популярен. И, значит, почему, соответственно, я на этой книжке как-то акцентирую внимание? Юмор в том, что как раз-таки между вторым и третьим Варкрафтом сами Blizzard хотели выпустить такой вот сюжетный, как бы такой связующий спин-офф в жанре квеста. И, насколько я помню, какая-то наша питерская контора этот квест сделала, и он был почти закончен, но в конце 98 года Blizzard отменили разработку самой игры. Судя по всему, как я понял, из-за того, что, скажем так, жанр квеста уходил в прошлое, то есть мало где в мире он был популярен, то есть вот у нас он еще был популярен достаточно долго, там даже где-то до, наверное, второй половины нулевых, а вот там в других странах уже не так сильно эти квесты котировались. Но тем не менее, вот, что называется, на Ютубе вот какое-то количество лет назад, я уже не помню, сколько было выложено прохождение этой игры, то есть можно было посмотреть, что она из себя должна была представлять. Это же вот именно новелизация на основе вот ее какого-то сюжета. Притом достаточно много тут отличий есть. В том числе упоминается то, что здесь была, так скажем, человеческая девушка, которая очень хорошо к этому Трелю относилась, и он ее как родную сестру воспринимал, вот что, допустим, в игре не было. Вот. Так что, в принципе, книжки эти все-таки достаточно распространенные, то есть купить себе ее в коллекцию вполне можно, с ней ознакомиться. Есть она вроде как и в электронном варианте, тоже можно поискать. Так что советую все-таки почитать, не пожалейте, в принципе. Я когда вот читал ее лет, наверное, так 9 назад, мне она вот понравилась. Ну и, соответственно, мы идем дальше. То есть это вот, можно сказать, чуть ли не первая новелизация видеоигры, вышедшая как раз-таки на территории стран СНГ. Халандин Фостер Колодец. То есть это вот именно видеоигра, автором сюжета которой был ни много ни мало сам Стивен Спилберг. Вот, и... Значит, здесь уже в чем интерес, как раз таки, вот, Алландину Фостеру как раз таки посчитали, точнее доверили написать ее именно новелизацию. Вот тут она вышла, по-моему, вот в 97 году у нас, в 96 году она вышла на Западе. Это, кстати, был квест вот на похожем движке, на котором вот этот скум версии, там, не помню какой. Но факт в том, что он точно такой же, как и у культовой игры Full Throttle. Вот, то есть тот же самый LucasArts был его разработчиком, соответственно. Вот. Но здесь тоже есть такие значительные отличия от самой игры, то есть тот, кто играл, тот поймет. Потому что как у нас игра начиналась, то есть значит, на какой-то вот этой спутниковой станции засекают, что к Земле летит гигантский астероид, дальше просто какие-то там новостные сюжеты идут, что собирают супер-пупер команду астронавтов, а проще говоря, космонавтов по-русски, которая должна лететь на этот астероид, заложить там заряды, его подорвать так, чтобы он изменил траекторию и обошел Землю. Вот, и... Значит, там есть такое вот что-то вроде короткой пресс-конференции, где вот все 5 членов экипажа, они на все какие-то вопросы у журналистов отвечают. Притом на сам астероид высаживаются только 3 главных героя, и дальше мы всю игру за них, собственно, играем. А 2 других членов экипажа, они фактически есть только в самом начале, на этом самом брифинге для прессы. И где-то там еще тоже в самом начале геймплея можно еще с ними там связываться,
по рации и какие-то их там советы или комментарии послушать, и все. Дальше они просто вообще из игры полностью выбывают и больше там не появятся. Вот. Здесь же Алан Дин Фостер все-таки вот это вот вступление расширил, то есть это фактически первая часть книги. Вот. И, значит, здесь описано, как вот этот астероид заметили все-таки более подробно, как стали собирать как раз-таки вот эту команду, как нашли вот капитана и командира экспедиции, то есть некого вот этого Бостона Лоу, как проходили, соответственно, занятия, подготовки к полету и так далее. То есть как-то вот все-таки здесь Фостер попытался раскрыть, что называется, вот этих даже оставшихся членов экипажа, поскольку они в игре почти не появляются. Ну вот. И, в принципе, штука интересная, то есть тоже советую ознакомиться, потому что как отдельный роман, вот даже вне контекста игры, он достаточно хорошо читается, а все-таки Фостер, как раз таки именно автор, который прославился на новелизациях, пускай у него были собственные книжки, то есть он, например, писал новелизацию игры «Чужой 3» Sega Mega Drive. Вот. Единственное, что тут, конечно, новелизация очень сильно отличалась от оригинальной игры, поскольку, как мы помним, все-таки там это был боевик такой целый, где Рипли бегала и спасала заключенных там, значит, и отстреливала целые орды чужих, то есть вот с этой планеты Ярость-161. В то время как вот все-таки в книге, да, там у Фостера чужой тут только один на всю книгу. И, собственно, у Рипли там какого-то нормального оружия вообще нету. И больше это все-таки собой предполагает какой-то такой, я бы даже сказал, психологическую драму в каких-то вот рамках научно-фантастического хоррора с каким-то даже немножечко таким религиозным подтекстом. Вот. Но в любом случае книга тоже интересная, даже, возможно, интереснее, чем сама игра по своему сюжету, потому что все-таки в игре важен именно геймплей, а все-таки новелизация, там вот как раз-таки важен больше сюжет и сами герои. Вот. Так что, поэтому пускай колодец и все-таки больше следует событиям игры, но, тем не менее, вот есть фактически половина книги, это здесь подготовка, что называется, экипажа к полету, что в игре полностью отсутствовало. Вот. Но, значит, вот такую штуку тоже советую всем в коллекции иметь, тем более, что книжка эта не особо дорогая, и периодически ее во всяких даже интернет-магазинах можно найти. Ну и раз мы уже упомянули «Чужих», то вот была новелизация «Чужой изоляция», то есть вышла она в 2018 году, на русском языке ее издали в 2020, притом там какой-то маленький тираж был, то ли 2000 экземпляров, то ли около того, то есть писал ее Кит Р.А. де Кандида, то есть достаточно известный автор, который специализируется на новелизациях, более того, он уже отличился, например, книгой, которая тоже выходила на русском языке, это как раз таки Command and Conquer, Тибириумные войны. Вот. Но если вот Тибириумные войны, скажем так, книгой по мотивам, что между там второй и третьей частью игр происходило, хотя и очень интересный, то есть мы ее все-таки в новелизации записать не можем, но как бы упомянуть про нее стоило, то «Чужая изоляция» — это уже полноценная новелизация, такая достаточно качественная, то есть здесь описано события, которые были в самой игре, плюс то, что в игру не вошло, то есть фактически каждая глава, она, соответственно, начинается именно какими-то вот, может, сообщениями с вот этих всяких журналов, там, дневников, терминалов, которые мы находили в игре. Ну, допустим,
Вот, как здесь, да, вот, вот такой вот практически пролог, он в большинстве глав этой книги присутствует. В том числе и то, что в оригинальную игру не вошло, но изначально там подразумевалось. Вот. Но при этом, то есть целая треть книги, она посвящена именно как раз-таки взаимоотношениям Аманды Рипли со своей матерью. То есть как вот, соответственно, Эллен Рипли исчезла, как Аманда пыталась ее искать, и сколько лет вот это у нее все заняло. И как, например, вот Эллен Рипли собиралась в свой последний полет. То есть все это здесь есть, вот то, чего не было в игре. То есть, суть по всему, это Дикандида уже как-то придумывал сам, единственное, что согласовывал с разработчиками или хотя бы издателями игры. То есть роман получился на самом деле очень хорошим, то есть советую всем с ним ознакомиться. То есть печатное издание все-таки уже, похоже, стало такой тоже редкостью, но периодически где-то в магазинах или даже в интернет-магазинах всплывает. Хотя я и говорю, у книжки очень-очень был маленький тираж. То есть выходила она все-таки в 2020-м ковидном году. Вот, и тираж, как мы видим, всего 2000 экземпляров. Но если вам она попадется, вот возьмите, не пожалейте, особенно если вы поклонник чужих. Ну и, конечно, хотелось такую затронуть тему новелизации игр про Джеймса Бонда, поскольку вот Аник в своем видео, скажем так, про этот вот вопрос так толком не упомянул, а они тем не менее были, то есть вот, пожалуйста. В 97 году на русском языке выходила новелизация «Золотого глаза» с Nintendo 64, то есть известная как GoldenEye 007. Вот, то есть здесь еще есть моменты, которые в игру не вошли, то есть как, например, Бунт и Наталья выбирались из Санкт-Петербурга, когда за ними гонялись все спецслужбы. То есть в игре нам как показали только, как они спаслись с бронепоезда, и все, дальше действие переносится куда-то там на Кубу в джунгли, а вот здесь еще целая такая глава есть, посвященная тому, как вот Бонд и Наталья выбирались из Санкт-Петербурга. Вот. И тут, соответственно, автор новелизации, вот Джон Гарднер, то есть вполне такая добротная, я бы сказал, книга получилась. Ну, с тем лишь только уклоном, что все-таки как-то Гарднер на старости лет, он тогда уже был немолодым писателем в 90-е, вот, он уже писал, честно говоря, с каким-то вот прицелом на постельные сцены, то есть очень много у него тут постельных сцен с очень подробным описанием того, как все происходит, прямо как в каких-то этих порно-рассказах или порно-романов. То есть это все-таки роман про Джеймса Бонда, а не какой-нибудь там эротический роман вроде какой-нибудь Эммануэль. Тем более, что в игре в силу возрастных каких-то ограничений этого не было. Ну, возможно, может тут на Гарднера не очень сильно давили в плане, скажем так, какого-то авторского видения. И вот он себе позволил такие вольности. Значит, следующая такая новелизация была «И целого мира мало». То есть, насколько я все-таки понял, тут за основу бралась именно версия для первого PlayStation, потому что у этой вот игры было аж три разных версии абсолютно. То есть версия для PlayStation 1, версия для Nintendo 64 и позже всех вышедшая версия для как раз таки Game Boy Color. Вот, потому что если первые две, как бы так скажем, игры это шутеры, то вот третья это вообще там такая бродилка с видом сверху. Ну, поскольку у меня геймбоя никакого нету, я эту игру заценить никак не могу, а вот в шутера я играл. И, соответственно, здесь вот автор как раз-таки у нас получается Раймонд Бенсон некий. Насколько я знаю, он начинал с таких фанфик-рассказов про Джеймса Бонда, потом его зачем-то и он продакшн взяли как полноценного писателя, и вот он писал аж
две новелизации видеоигр про Джеймса Бонда. То есть одна это Tomorrow Never Die, известная у нас как «Завтра не зажмурится никогда», которая на русском языке не выходила, притом даже никто не взялся ее переводить. То есть есть только один фанатский перевод вот одной такой главы, где как раз таки объясняется, как главный злодей Сергей Михайлович познакомился с Владиком. Мы тут это, в просак попали чуть-чуть. Сережа, а ты знаешь, что такое просак? Нет, Сергей Михайлович. Просак, Сережа, это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием. У женщин. Да, даже Владик знает, но... И все. Больше как бы ничего такого тут нету. Ну вот, на английском там, на каком-то другом языке ее можно найти, но вот на русском ее нет. Что же касается вот этой именно новелизации, уже и целого мира мало. Здесь как-то все-таки подробнее расписаны герои и злодеи. То есть, как, например, Инар похитил Электро, потому что в игре нам только это, скажем так, упоминали, но не показывали и подробно не рассказывали. А вот, скажем так, здесь это все-таки подробно расписано, да, то есть и поскольку все-таки вот сценарии вот таких игр про Джеймса Бонда, их в основном писал Брюс Фрайстин, то вот они все-таки такие достаточно крепкие игры были в своих жанрах, ну и как бы сюжетно тоже были вполне неплохие для видеоигр, то есть то книжка все-таки тут получилась так гораздо лучше, чем обычно то, что вот этот Бенсон пытался писать сам вот какие-то свои эти фанфики про Джеймса Бонда. Вот. Но все равно, допустим, тот же самый «Золотой глаз», он читается гораздо лучше, чем вот этого «И целого мира мало». Только единственное, что «Золотой глаз» — букинистическая редкость, поскольку выходил у нас в стране только в мягком переплете, вот таком, тиражом всего 5000 экземпляров. И, в принципе, обычно такие книжки одноразовые, то есть они очень легко потом начинают расходиться и рваться, вот как я ее два раза прочел, и она уже у меня там начала расходиться. Вот. И, видимо, очень много вот этих экземпляров уехало впоследствии там в помойку или в макулатуру. В том числе не стоит и забывать того, что книжка все-таки была напечатана официально, и там тоже есть какие-то сроки ее реализации, есть какие-то права на ее, скажем так, распространение в течение какого-то времени. И могло быть даже такое, то, что само издательство «Мир», которое ее выпускало спустя там какое-то время, там уж несколько лет, было вынуждено по условиям контракта уничтожить весь, так скажем, нераспроданный тираж. Так что, если даже было, допустим, их 5000 экземпляров напечатано, то по факту там на деле, может, там реализовано было 3-4 тысячи, если не меньше, да, там. А вот какие-то остатки тиража были просто, возможно, уничтожены. То есть такое вполне тоже могло быть, при том, то есть самим издательством, как нереализованная партия. Конечно, точных данных тут никаких у меня на этот счет нету, но вполне могло быть так. Поэтому, значит, книжка «Букинистическая редкость», и вот попадалась мне в жизни всего два раза. То есть я вообще когда-то даже думал, что эта книга мистификация. Что же касается, соответственно, «И целого мира мало», то вполне часто они все-таки где-то встречаются в каких-то букинистических там лавках, магазинах, интернет-магазинах. И все-таки здесь тираж был 11 тысяч, то есть в два раза больше, чем все-таки у «Золотого глаза». И найти ее вполне реально, то есть если вам очень сильно нравилась как раз-таки игра «И целого мира мало», особенно с PlayStation 1, то вот можете ознакомиться с ее новелизацией. То есть достать себе ее в коллекцию, хотя в электронном виде она тоже есть. Ну и такая вот последняя книга на сегодня, это новелизация «Жмурок». То есть от некого Андрея Измайлова. Насколько я знаю, сама игра такой клон Alien Shooter, но тем не менее все-таки, понимаете, вот как раз таки Измайлов, он графоман. То есть он на самом деле в свое время очень много всяких книжек писал. Вроде как у него была новелизация еще игры «Боя с тенью». Вот. Но обычно все эти новелизации, да, там за редким исключением, они достаточно маленькие. То есть они там, ну, где-то страниц там 200-250 может занимают. То есть у него вот
аж там, сколько получается, 333 страницы, да, то есть достаточно многовато. Вот, плюс ко всему, тут он зачем-то пишет какие-то подробные там биографии персонажей, то есть не ограничиваясь там парой страниц, да, вот, а прям целой главой. То есть, притом там какую-то как бы билиберду уходит в какие-то не те дали, не в те дебри. То есть очень много такого у него достаточно тупого юмора. Также он зачем-то подробно очень пишет про жену Михалыча, то есть прям там целые главы ей посвящая. И еще описывая то, что у нее оказывается Эдипов комплекс, да, то есть у женщины Эдипов комплекс. Ну, то есть считает себя вот таким автор-интеллектуалом, на деле которым он, скажем так, не является и попадается на такие элементарные вещи. То есть для тех, кто как бы фишку с Эдипов комплексом не въехал, то есть у девочек это по-другому называется, называется комплекс Электры. Вот, подробнее про это можете прочесть в этой книге как раз таки «Целого мира мало». Потому что здесь как раз таки одна из персонажей — это именно Электра. Вот. Ну и, в общем, в принципе, я вот такую книжку, даже если вы ее найдете, хотя не такая она букинистическая редкость, но стоит достаточно дорого. То есть вот даже вот, честно бы, не советовал брать в коллекцию, если только вы небольшой поклонник видеоигры «Жмурки». При условии того, что выходила она только в СНГ, насколько я знаю. И только на ПК. Помер? Давай тогда помягче с ним. Но раз он помер, то ему все равно плевать уже. Так что можно и поливать их. Это нормально. Вот. Ну а на сегодня это все. С вами был Барин. И до новых встреч, дорогие друзья. Я не советую тебе даже часто дышать. Рот, ты, наверное, думаешь, что это за стеганый мужик со своей стеганой штукой, да? Эта стеганая штука называется кольт. 45-го калибра. Он размажет твои стеганые мозги по стеганой стене. Что ты молчишь, стеганый ублюдок? Кто это? А, твои стеганые писульки. Посмотрим, что ты здесь наштрямкал стеганой рукой. Держи крепко. Ein, zwei, полицай. Кайфих бригадир, 5-6, супремекс, зюбернахт, гуте нахт. Их бин, хунд вен вин, ду бист коммунист, нох, нох, хэнде хо, але хэнде хо. Физкульт, привет всем добрым людям. Специально для моих ретро-игровых каторжан, специально для моих ретро-игровых друзей, решил я записать маленькое такое типа камео об одной очень известной вселенной фантастической. Хотя фантастика это трудно назвать, ведь перемещение во времени на самом деле вещь такая уже ординарная стала. Обычная, так сказать. Обыденностью перемещение во времени стало в наши годы 2028. Ведь время относительно, это-то вы понимаете? Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. Ладно. Понял? Пошли. Ну, начну сначала. Все, наверное, знают серию игр «Терминатор». Кино еще, возможно, «Терминатор». Может быть, журналы или комиксы. Так с чего же все началось? Не так давно, в 2006 году, ехал я как-то на Печкиряевской электричке между Ямберном и Амесевым. Как раз ехал с работы. Отхуярил смену и попался мне в одном тамбуре. Электричка была набита, и в одном тамбуре ехал, короче, с Чичмарином. Вот, и поведал он мне по пьянке такую историю. В 80-е годы он уже был знаком, так как его одноклассник был Дэнни Трехо, он с ним уже был давненько знаком. И Дэнни Трехо, будущий, обращу ваше внимание, дорогие друзья, будущий выпускник Гарварда и Беркли, где-то в период 16 до 18 летнего возраста, создал игру «Терминатор 2». Вот. Он был известный уже на тот момент талантливый игровой дизайнер. Создал он вот такую вот игру «Терминатор 2». Кто бы мог подумать, да? Вот об этом нихуя никто не говорит.
вся эта ретроигровая попса никогда вам не скажет, что Дэнни Трехо в период 16 до своего 18-летия создал вторую часть Терминатора. Вот. Потом он, короче, поступил в Гарвард и создал первую часть Терминатора. Одновременно с тем, также уверен практически, каждый из вас читал книгу, которая основана на вот этих вот первых двух частях. Это «Терминатор 1» от Джеймса Кэмерона. Вот. Он написал книгу сначала, первые две части, а потом решил экранизировать. В Америке, учитывая то, что игры были популярные, вот эти вот две, это, считай, самые культовые, самые известные игры времен аркадных автоматов, Донди и Sega Saturn, портов на Sega Saturn. Учитывая популярность одновременно с тем книги, ну и каких-то вот типа игрушек, которые потом вышли в дальнейшем, Джеймсу Кэмерону от спиртзавода Джеймс Уильямс, по-моему, так виски называется, решили выделить субсидию, но выдавали они субсидию именно виски. То есть несколько баррелей виски, которые были погружены в цистерны, несколько тысяч баррелей виски, которые были погружены в цистерны, направились в киностудию Warner Brothers. А Джеймс Кэмерон около киностудии сделал два ларька, где на разлив это виски продавали. В течение полутора лет, ну примерно там, я не знаю, 3-4 железнодорожных состава виски были успешно сбыты. И нашлись деньги экранизировать «Терминатор». Вот тогда и получился первый и второй «Терминатор». Дэнни Трехо, к тому моменту они уже тесно сотрудничали с Кодзимой, создали первый Metal Gear на, как он назывался, на MSX, потом второй Metal Gear, потом известный вам, наверное, не знаю, конечно, очень редкая игра, мало кто тоже о ней говорит, такая уже, можно сказать, забытая. Создали потом вот первый Metal Gear на PlayStation. Сейчас я продемонстрирую, просто я не уверен, что вообще кто-то ее видел из вас. Редкая очень игра, практически никто в нее не играл, вот ни один из моих знакомых, ни из друзей. Вот только мой дядюшка Боб в нее играл. Он со мной. Это дядя Боб. Дядя Боб. Это Энрике. Дядя Боб. Ну хорошо. Ну это то было где-то в середине 70-х, вот когда он играл только в Буру и в первый Metal Gear. Ну ладно, Metal Gear это Metal Gear, им это в принципе никому не интересно. И Дэнни Трехо что делает? Он выпускает еще более культовые три части Терминатора, дорогие мои друзья, которые вышли на Xbox и на PlayStation 2. Вот такие вот заветные игры. Терминатор Rise of Machina, Dinofoid и Redemption. Вот, три вот этих вот культовых. Это просто, просто срыв башки, дорогие мои друзья, ебаный насос, блядь. Три игры были выпущены на PlayStation, Xbox и на комплюхтере, по-моему, Dawn of Fate вышло. Ну, вот точно не могу сказать, но вот эти вот точно были эксклюзивами для Xbox, PlayStation 2, может быть, GameCube. Ну, такую хуету, как GBA черно-белый, я в расчет не буду брать. На фоне, опять же, популярности, опять вышло миллиарды игрушек вот этих вот, которые все покупали, особенно в России в середине 90-х. Именно оригиналы. Вот. Я помню, знаете, что, какая мемория мне сейчас вспомнилась? Я помню, в среди 90-х годов, в середине, мама мне покупала детскую зубную пасту. Не просто зубную пасту, блядь, а именно детскую зубную пасту. И она была такая сладенькая по вкусу. Видимо, в нее добавляли какие-то ароматизаторы. И так как конфеты обычно появлялись либо на Новый год, либо на поминки, на Рождество, или когда наши родственники из Москвы приезжали, вот, на столе очень редко появлялись конфеты, и я ел детскую зубную пасту, ведь заветные. Свободные демократические 90-е годы. Самые заветные, о которых все больше и больше хочется вспоминать с каждым днем.
Так вот, и тогда уже права перешли Константину Хабенскому. Уже после того, как вот эти «Терминаторы» отгремели, сняли две части кино, потом сняли третью часть, по вот этой вот части сняли третью часть фильма, и права перетекли в Россию к продюсеру «Улиц разбитых фонарей», культовому агенту национальной безопасности, и, не побоюсь этого слова, к сериалу «След» и к сериалу «Гражданин-начальник» Константину Хабенскому. И уже из-под рук Константина Хабенского совместно с отечественными игровыми дизайнерами, ну, не такими, конечно, талантливыми, как Дэнни Трехо или Хидео Казиматыч, вышел «Терминатор» Сальватьон. И потом вышел, блять, где что есть-то? Вышел «Терминатор Резистерс» на PlayStation 5. Это уже две русские игры. Прям исконно русские. «Резистернец» и «Сальватьоновец». Хотите этот возьмите? Хотите этот возьмите? Хотите этот возьмите? Ну а многие из вас, я уверен, многие из вас, так как информации практически не было, это вот я впервые озвучиваю на общее, сказанное мне Чичмарином, многие из вас, наверное, думали, что сначала вышла книга «Терминатор». Вот видите, такая вот ирония судьбы, так сказать, что сначала именно вышли первые две части, легендарные, неоспоримые, величайших из величайших, именно на Донде, вот, от Дэнни Трехо. Ну, а потом уже все остальное, что я уже перечислил. Просто, чтобы пролить, так сказать, истину на общее обозрение. На PlayStation 1 обделили серию «Терминатор», не знаю, кто там куда вовремя не уплатил. Ну, на Sega вышло три игры, конечно, они не такие охеренные, как на Донде, но поиграть можно. Конечно, тут даже вот и близко ничего не стояло рядом со вторым «Терминатором» на Донде, уж что говорить про первого «Терминатор» на Донде. На Sega получилось так вот, средненькие игры, вот чисто на самой франшизе, вот на известность самой франшизы сыграли на тот момент разработчики. Вот. И поэтому, что еще хочу добавить, дорогие мои друзья. На мой взгляд, ни одно из вышедших после не повторил вот первого «Терминатора», успеха первого «Терминатора». Он вышел уже после второй части «Терминатора», но вот хронологически, согласно теории термоядерного синтеза и перемещению во времени, вот такие вот дела. Ну что ж, до новых встреч! Товарищи, одну минуточку! Минуточку, товарищи! Ладно, господа, сейчас я вам сыграю песню. Через одну минуту. Свою Донди называет. Я сижу, играю в Донди на своем балконе, за терминатора пытаюсь жонкона распасти. Я хуярю с дрободаном на Харлее утром ранним, чтобы в оконцовочке кибердайн снести. Донди, 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 это не предопределено, все, короче, в наших руках. Еще не все разрешено. Еще не все разрешено, приходит. И он ворвался к ней в квартиру и топором разрубил ее хахаля на мельчайшие кусочки, после чего грубо овладел ею прямо на грязном окровавленном столе. Точно! Бестселлер, считай, тираж уже раскуплен. Я благодарю тебя. И я сразу же хочу купить права на следующую книгу. Ну, вот аванс. Только
Ну, не сразу же. Ну, хотя бы чуть-чуть. Чем она будет? Ну, что ж, называться будет примерно так. Мой усатый друг или... Прощай, издатель. Криминальный, эротический, леденящий душу триллер, который писатель убивает своего издателя. Горло ему перерезает. Примерно так. Писатель Сергей Анатольевич в своем творчестве должен опираться на личный опыт. Oh.